Старые города редко помнят точную дату своего основания. С Триром вышло иначе. Он родился 23 сентября на восходе солнца. Это было в 16 году до Рождества Христова. Император Август праздновал тогда свой день рождения, и церемония закладки города стала частью пышных торжеств. Новый город преподнесли кесарю как подарок. Все дороги Трира ведут к главным воротам. Их возвели римляне во втором веке нашей эры. В качестве строительного материала использовался камень-песчаник, глыбы которого тщательно подгонялись и укладывались без раствора. Со временем пыль и сажа окрасили ворота в черный цвет. Почернело и название. Порта Нигра, или Черные ворота, называют их сегодня. Долгое время Трир был столицей западной части Римской империи. Атрибуты имперского величия он сохранил. Тронный зал императора должен был вызывать трепет у всякого, кто переступал его порог. Лишь пройдя через колоннаду и ряды личной гвардии императора, в конце зала можно было лицезреть самого кесаря, восседающего на трон. Такие здания, принадлежащие императору, по латыни «Василевсу», назывались «василиками». Учреждая христианские храмы, император Константин часто отдавал для этого свои дворцы. Оттого самый распространенный архитектурный тип христианских церквей усвоил название «василики» или «базилики». Сегодня базилика Константина – это храм одной из христианских общин Трира. В нашем городе правил и отец Константина, Констанций Хлор, правил сам Константин с 306 по 316 год, и всегда Трир был его резиденцией, его вотчиной, как и это был всегда город святой Елены. И здесь правил его сын Константин II. Мы с вами видим даже, можно сказать, династию, и именно поэтому город Трир и называют городом святых равноапостольных Константина и Елены. Римский мост через реку Мозен – настоящий урок строителям. Построенный во II веке, он служит людям до сих пор. Пересекая реку, горожане бросали в воду монеты на счастье. Римские монеты и сейчас лежат на дне. Однажды через этот мост в город въехала мать императора Константина, царица Елена. Елену встречали с почестями. Знатные горожане, простой люд, все выстроились на площади не только, чтобы приветствовать мать императора. Жители Трира встречали хитон. Это одеяние Спасителя досталось Елене с большим трудом. В Палестине она обходила селение в поисках всего, что могло быть связано с жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа. В одной иудейской семье хранилась туника Спасителя, та самая, которую не посмели разделить воины и о которой бросили жеребий. Царица выкупила святыню и привезла ее в Трир. На одном из рельефов, хранящихся в музее Трирского собора, изображена встреча царицы Елены с великой реликвией. В основе Трирского собора лежит фундамент дома царицы Елены. Она отдала свое жилище для возведения храма. Сегодня он представляет собой базилику с тремя нефами, двумя галереями и шестью башнями. В комплексе с примыкающей к нему готической церковью современный собор похож на громадный рыцарский замок. Однако это лишь четвертая часть первоначального соборного здания, вмещавшего некогда 12 тысяч человек. В центре базилики ее древнейшая часть, где первоначально находилось священное деяние. В период непрекращающихся войн Трирскую святыню тщательно прятали. В 1196 году
а деяния Иисуса Христа замуровали в алтаре на восточном клиросе, где оно находилось несколько веков. В то время люди забыли, как выглядит хитон. Лишь после того, как святыню извлекли из-под спуда, можно было говорить о ее подлинности. Это именно тот хитон, о котором идет речь в Писании. Когда солдаты хотели разделить его между собой, не получилось, так как не было никаких швов, и они просто физически не могли его разделить. Поэтому был брошен жребий, кому этот хитон будет принадлежать, кто его заберет себе. Все больше и больше людей задаются именно историческим вопросом. Но для церкви, для прихожан, это важно как символ, символ веры. Несколько раз в году служители собора разрешают молящимся войти в часовню-святилище, где с соблюдением строжайших условий хранится хитон Спасителя. В соборной хронике имеется свидетельство того, как в разные годы происходили чудеса и являлась помощь Божия многим людям, сумевшим прикоснуться к святыне или помолиться около нее. Здесь, в Трире, благодаря той уникальной святыне, хитону Господа, которую привезла сама Елена, объявлено высокое паломничество. Оно посвящено 500-летию, вот, событию, которое произошло в 1512 году. В 1512 году над Европой бушуют ветры реформации уже, да, и протестанты, последователи Лютера, Кальвина, они отрицают и святые иконы, и предания, и церковные предания, и святые мощи. И вот в этот период, в 1512 году, император Максимилиан Австрийский приезжает в Трир, он знает, что здесь находится хитон, и требует, чтобы его официально показали для утверждения всех верующих. И это событие действительно осталось замеченным всей Европой. В 1512 году хитон торжественно открывают и показывают. Даже у Альберта Дюрера есть гравюра «Поклонение императора Максимилиана святому хитону в Трире». Святыни, которые царица Елена привезла из Палестины, имели разную судьбу. Большей частью они, кроме хитона, были доставлены либо в Рим, либо в Константинополь и находились там вплоть до падения Византийской империи. Однако дальнейшая их история сложна, запутанна, а сведения подчас противоречивы. Реликвии продавали, меняли, давали в приданое и дарили. Наиболее благочестивые правители европейских государств стремились приобрести священные реликвии, утверждая: больше святынь, больше покровительства. Дорога из Палестины в Рим в первые века нашей эры занимала несколько месяцев. Случались кораблекрушения, нападения разбойников, дожди и болезни. Однако чудесные находки в Иерусалиме придавали сил. Крест, на котором был распят Господь, венец, хитон. После нескольких великих обретений, сделанных Еленой, люди сами стали приходить к ней и приносить святыни. Что-то сумели сохранить первые христианские общины, собирая по крупицам память об учителе. Некоторые из реликвий обретались неожиданно, после долгого забвения, давая о себе знать из-под спуда чудесами и знамениями. Собирать реликвии приходилось по крупицам. В одной семье царице Елене удалось найти вещи святого семейства. Среди них – пелены Богомладенца. У иудеев все, связанное с первенцами, считалось священным. Его первые одежды хранятся годами, как напоминание о том, что Господь благословил семью ребенком. Возможно, сама Дева Мария хранила покрывало Богомладенца всю жизнь, а потом передала их в надежные руки. В
Святыни, обретенные царицей Еленой, благоговейно хранились в храмах и сокровищницах Византии. Для них ювелиры изготавливали ларцы, киоты, шкатулки. Большинство из этих изделий стали произведениями искусства, однако привлекли внимание людей нечистых на руку. Во времена крестовых походов большая часть византийских сокровищ была разграблена. Начиная с XIII века, реликвии, как военные трофеи, перекочевали в Европу. Кто-то видел в них золото и драгоценности, другие почитали их, как вселенские святыни. Со временем благочестие взяло верх над жаждой наживы, и христианская Европа осознала, чем обладает. Само по себе, как духовный подвиг, это именно духовный подвиг, он очень многогранен, опять же. И это, разумеется, и встреча со святыней. И это возможность пережить, вспомнить тот или иной очень важный аспект церковной христианской истории. Да? То есть приехать на то историческое место, где, к примеру, вот задумывался Миланский эдикт. Да? Походить по тем улицам, по которым ходила святая Елена, да, пощупать вот камни, которые были при ней, которые видели и слышали ее молитвы. Да, потому что здесь в Трире сохранился и дворец Константина, сохранился кафедральный собор, это бывший дом святой Елены. Да, то есть много очень вот, непосредственно тех мест, которые позволяют не просто интеллектуально что-то вспомнить и даже молитвенно что-то вспомнить, а именно пережить. Пережить сопричастность, что вот были люди, когда-то очень давно они ходили по этим улицам, они были такие же, как мы, и тем не менее для них стала возможность святость. За что Господь дает благодать тому человеку, который отправляется в путь? За тот волевой импульс. Смысл, почему? Вот в чем духовная составляющая паломничества? В том, что вот паломник показывает Господу, я все-таки иду к тебе. Да? Вот я пошел, и дай мне вот по возможности за мой труд, даже за физический, я ж пошел. Вот, поэтому, разумеется, мы с большой любовью примем всех тех, кто после просмотра этого фильма захочет увидеть, посетить, помолиться и приложиться к тем великим святыням, о которых этот фильм повествует. Дорогие телезрители канала «Союз», мы ждем вас здесь, у наших святынь.